Бороться за справедливость и следить за исполнением законов. Старший помощник прокурора Орловской области Елена Рыбалкина помимо этих основных задач регулирует и другую сферу – законотворческую. Специфика ее работы заключается во взаимодействии со всеми ветвями власти. Я, в свою очередь, даю такую оценку проектам нормативных правовых актов администрации области и областного совета. Затем, если у меня есть замечания, и я хочу их изложить, я их излагаю на бумаге в специальном заключении, которое письменно, готовится, и, соответственно, за подписью руководителя, если он согласится с моим мнением, этот документ уходит в органы власти. Карьерную лестницу не строила, признается Елена. Всегда отдавала своему делу на все 100. Пришла работать курьером в прокуратуру в возрасте 17 лет. Получив образование по специальности юриспруденция, стала работать прокурором отдела и следила за исполнением федерального законодательства. Сегодня она помощник прокурора. Всегда знала, что если человек пришел и он отвечает за себя и за людей в силу своей работы, потому что ты работаешь с людьми, то ты должен быть совершенно искренним, честным, правильным. Работать по 12 часов в сутки, находить со всеми общий язык, доносить до людей справедливость. Коллеги Елену Рыбалкину ценят и уважают. С Еленой Викторовной мы работаем в прокуратуре Орловской области уже не один год. И хочу сказать, что она не только замечательный специалист, ответственный работник, но и просто отличный человек. Не всегда можно обратиться, она подскажет советом и делом. И, конечно же, никогда она не равнодушна к чужой беде. Она зарекомендовала себя как ответственный руководитель, требовательный, зная как грамотный специалист и человек, который как руководитель слышит своих подчиненных, может помочь им не только по работе, но и в жизненных ситуациях. Благодаря таким людям, для которых нелегкая профессия является призванием, справедливость и законность должны восторжествовать. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».